Я! Истечешь кровью. А, Чейдин-холл! Как хорошо вновь видеть его стены! Эти врата были закрыты. Наконец-то, благодаря тебе, рыцари одержали свою первую настоящую победу. Возможно, в будущем Фарвилл научится проявлять терпение и тщательно планировать операции, прежде чем втягивать нас в подобные передряги. Мы сделали это. Я хочу сказать, победа опять осталась за нами. Ура! Воздаю тебе должное. Я не ожидал такого мужества от человека, не являющегося рыцарем колючки. Теперь, когда битва между добром и злом завершилась победой, тебе нужно пойти и поговорить с моим отцом. Он щедро вознаградит тебя. Благодаря тебе я дома, и врата Обливиона закрыты. Во многом именно тебе мы обязаны этой победой. Я присваиваю тебе почетный титул рыцаря колючки. Перед твоим именем будут преклоняться, а твои великие деяния будут воспевать величайшие барды всех времен и народов.
Поздравляю! Как рыцарю колючки, тебе положено носить этот символ принадлежности к рыцарскому сословию. Носи его с гордостью и честью. Больше эти врата не будут угрожать жителям Чейдинхолла. Рыцари колючки в очередной раз одержали победу. У Макна можно найти очень хорошие книги. Только не стоит попадаться ей на глаза, когда она в плохом настроении. Обращайся к графу подобающим образом. Почему ты все еще здесь? Спасибо. Без тебя я бы не выбрался из этого проклятого места. Гильдии бойцов нужно действовать более агрессивно, если они хотят конкурировать с компанией «Черный лес» в Лейавине. Тебе следует поспешить в замок Чейдинхолл. Приходилось убивать врагов и посильнее тебя. Говорят, Хил высок. Приветствую. Что именно тебе от меня? Знаешь, что ночью... Мое дежурство закончилось. У меня ноги сейчас отвалятся. Я рад, наконец, встретиться со спасителем Чейдинхолла. А особенно я рад, что тебе удалось спасти жизнь моего сына. Я знаю, у него тяжелый характер, и он часто говорит, не думая. Но все же он мой сын, и я очень люблю его. Я знаю, что с ним нелегко путешествовать, и ценю твое терпение. Другие скорее бросили бы его умирать, чем стали бы терпеть его заносчивость. Впрочем, я отвлекся. Уверен, ты хочешь услышать о своей награде. Я обладаю двумя великолепными экземплярами оружия. Это реликвии семьи Индарис. Они хранятся в этом замке уже многие поколения. Мне доставит большое удовольствие вручить одно из них тебе. Пожалуйста, выбирай клинок колючки или посох Индариса. От клинок колючки. Я благодарю тебя от имени всех жителей Чейдинхолла. И еще благодарю тебя как счастливый отец. Прощай, и пусть прибудет с тобой Аркей. И тебе всего наилучшего.
Я рад, наконец. Вот, прощай. И да при... Прощай. Я рад, наконец. Я знаю. Я... Про... Я... Откли... Я думаю, если бы у тебя была возможность спросить любого из этих рыцарей, то они бы ответили, что почитают счастьем последовать за Фарвелом в бой. У меня будет долгий разговор с моим горячим сыном. Я не обвиняю его в их гибели прямо, но он должен научиться правильно оценивать ситуацию. Он должен осознать, что когда-нибудь он сам будет править Чейдинхоллом. Это ответственность, к которой я должен подготовить его. Хоть он и не лишен недостатков, я все же горд называть его своим сыном. Об этом я могу говорить только с друзьями. Береги себя. Извини, я был бы рад уделить больше времени беседе с тобой, но у меня бездна неотложных дел. Пожалуйста, кратко. Да, у меня как раз есть дом на продажу. Это типичный чейдинхольский дом. В очень хорошем состоянии, хотя мебели там явно не хватает. Моя управляющая подготовит необходимые бумаги, и я подпишу их. Вот ключ от твоего нового дома. Сам дом находится в юго-западной части города. Да, чуть не забыл. У Борбы Граусгаш из товаров Борбы есть все необходимое, чтобы сделать этот дом уютным и удобным. Извини, но сейчас в этом доме одни только голые стены. Наслаждайся покупкой. Удачного тебе дня. Боюсь, здесь можно находиться только магом гильдии. У тебя здесь дело? Только не говори мне, что тебя послал Джарол. Тебя прислал Ирлаф? Впечатляет. Он не может найти времени, чтобы уделить внимание собственному проекту, и присылает того, кто в этом ничего не понимает. И это обещанная помощь? Ничего личного, друг. Это не твоя вина. И, возможно, ты все-таки сможешь помочь. Если ты сможешь разобраться, как использовать колонну, я буду в восторге. Пожалуйста, можешь попробовать на ней свои силы. Так мы называем ее, и только потому, что не знаем, что это на самом деле или чем было. Она магическая, это нам известно. Мы думаем, что это, возможно, какой-то замок, но пока не смогли понять, как он работает. Я могу сказать точно, она реагирует на магию. Плохо, как правило. Несколько магов уже пострадали, пытаясь воздействовать на нее заклинаниями. Она в нижней части руин, если хочешь попытать счастье. Но будь осторожнее. Попытки изучить ее могут неблагоприятно сказаться на твоем здоровье. Осторожность прежде всего. Никакой сложной магии. Попробуй базовые заклинания с одним эффектом.
Нет смысла подвергать себя излишнему риску. С моей точки зрения, тут одни проблемы. С тех пор, как мы уничтожили тварей, которые устроили здесь логово, мы бьемся как рыба об лед, пытаясь понять, как тут что устроено. Эта колонна уже задержала нас больше, чем на неделю, не говоря уже о ранениях, причиненных нашим магам. Этот зал представляет собой единое целое с колонной в центре. Это мы знаем. Мы только не понимаем, как эта колонна работает. Я уже отказалась от мысли разобраться в этом. Это выше нашего понимания. Зачем Дэннел остается там, понятия не имею. Он просто ищет своей смерти. Это не самое лучшее применение моим талантам. Будь осторожен тут. Тебя прислали попытать счастье с этой штукой, да? Я не знаю, что рассказала тебе Скалил. Мы знаем, что она реагирует на магию. Но при всякой попытке эта штука бьет молнией того, кто читает заклинание. До смертельного случая дело не дошло, но мы прекратили эксперименты после нескольких попыток. Скажу тебе одно. Это очень больно. Единственное, что мы не можем понять, это письмена. Видишь их на стенах? Они должны иметь какое-то отношение к колонне, но я не знаю, какое. Если бы у нас был похожий текст, что-то, с чем мы могли бы сравнить их, может, и удалось бы их расшифровать. Но у нас пока нет ничего подобного. Впрочем, у Скалил есть книга, которая могла бы оказаться полезной, но она обижена тем, как Ирлаф обошелся с ней. Может, ты попросишь у нее эту книгу? Я не знаю. Все, что может помочь объяснить нам эти письмена в руинах, они не похожи ни на что из того, что встречалось нам раньше. До свидания. Будь осторожен тут. Если ты встретишь в Ватакине что-нибудь для тебя непонятное, дай мне знать. Помогу, чем смогу. Я не знаю, зачем Дэннел вообще занимается этим. Эта затея обречена на провал. Но так и быть. Если он этого хочет, он это получит. Это еще один грех, за который я буду винить себя до конца жизни.
Это не самое лучшее применение моим талантам. Надеюсь, я смогу помочь. Книга у тебя? Хорошо. А то я уж отчаялся упросить ее. Давай договоримся так. Я возьму эту книгу, а затем, если ты прочтешь мне письмена, я попробую перевести их. Это ведь потрясающе, правда? Добрый день. Хорошо. Что тебе нужно перевести? Как я понимаю, это переводится как «из огня жизнь», значит, нужен огонь. Что-нибудь еще? Хорошо. Это ведь потрясающе, правда? Я слушаю. Хорошо. Мафр, похоже, переводится как мороз. Так что заклинание, наносящее урон холодом, должно сработать. Что-нибудь еще? Хорошо. Это ведь потрясающе, правда? Добрый день. Хорошо. Это означает, магия сияет. Учитывая другие письмена, относящиеся к магии затухает, возможно, существует альтернативный перевод. Если мы предположим, что это означает, магия прибывает, значит, тебе нужно заклинание, повышающее магию. Что-то, что усиливает ее, возможно. Хорошо. Это ведь потрясающе, правда?
Я слушаю. Хорошо. Это означает, магия затухает. Учитывая другие письмена, это можно перевести как «магия убывает», по аналогии с «магия прибывает». Возможно, заклинание, наносящее урон магии. Это то, что нужно. Хорошо. Это ведь потрясающе, правда? Я слушаю. Теперь, когда у меня есть эта книга, я могу попытаться перевести то, что написано на стенах. Читай мне письмена. Я попробую справиться с ними. Это ведь потрясающе, правда? О, только посмотрите на это. Кто-то должен проверить, куда ведет этот ход. Думаю, это право принадлежит тебе. В конце концов, ведь это тебе удалось решить загадку. Если там ждут открытий, пусть их сделаешь ты. Ты заслуживаешь этой чести. Будь осторожнее.
удалось найти что-нибудь интересное в этих руинах? Тебе удалось заставить ее работать? Прекрасно. Я не только могу сказать Ирлаву, что мы можем продолжить работу, но и могу с радостью заявить, что мы добились этого без его помощи. Там внизу должно быть что-то, что имело смысл запирать на замок. Ты не посмотришь, раз уж ты все равно здесь? Если я смогу послать тебя назад в университет с чем-нибудь ценным, Ирлав может забыть обо всех наших задержках. Это не самое лучшее применение моим талантам. Будь осторожен тут. Ah!
Осторожен тут. Что тебе сейчас требуется? Что у тебя там? Похоже, это что-то важное, чем бы оно ни было. Думаю, тебе действительно удалось найти нечто ценное. Тебе лучше всего отнести это Ирлаву в имперский город. И как можно быстрее. Он попросит тамошних магов со всей тщательностью изучить этот предмет. Это не самое лучшее применение моим талантам.